Всем привет, с вами Прия. В текущий момент, 26 числа, мы ожидаем припатч Battle for Azeroth. Конечно же, ближе к припатчу будут различные изменения заданий, а конкретно в самом припатче даже добавятся новые задания и изменится система артефактов, о которых сейчас и пойдет речь, но также система талантов, произойдет сплющивание эквипа, сплющивание стат, дамага и всего с этим связанного. Но речь пойдет конкретно об артефакте. Итак, с завтрашнего дня, с 27 июня, можно будет по цепочке заданий высосать саргеритовый меч. Точнее, его силу, которая не исчерпает силы нашего артефакта, а лишь дополнит ее, а именно до максимального уровня артефакта. Это весьма на самом деле интересно и занимательно. Артефакт будет усилен до 126 уровня. Талант «Согласованность армии погибели легиона» получит 75 уровень, а это 26 200 статов. В текущий момент у моего рыцаря смерти ветки кровь всего лишь 33, это 13 600. Сделав завтра цепочку квестов, у меня будет почти вдвое больше. Во-первых, это поможет тем людям, которые до сих пор по каким-либо причинам не получили кромку за Аргуса. То есть кромка — это наивысшее ПВЕ достижение, которое дается за убийство босса в эпохальном режиме. Открыв великие подвиги, конкретно вкладку рейды, можно посмотреть различные достижения персонажа и сделать вывод об его игре, рейдовом освоении и всему прочему. Кромка, сделанная более раньше, ценится намного больше. А также намного проще будет проходить различные мифик плюсы, даже те же недельные плюс 15, которые проходятся ради получения сундучка с 960 лутом. Ну и вообще станет намного проще играть после всего этого. Такой мощный артефакт получат игроки, которые сделают цепочку в Силитусе до выхода припатча. Во время припатча сила артефакта иссякнет, и артефакт будет представлять из себя белый итем, который просто будет давать статы, который будет давать итем левел. Ну а реликвии можно будет новые вставлять, да, но каких-либо бонусов давать они не будут, так что подготовьте реликвии максимальные по эквипу. Чисто ради разгона main стат и вторичных стат от оружия. Теперь не придется гоняться за пиршеством падальщиков или за клыками вампира в Бладе, ну или у Фроста за амбидекстрией. Вот такие вот интересные вещицы нынче происходят в Варкрафте. Если же вы думаете возвращаться или нет в текущий момент, то, конечно же, да, с целью того, чтобы вспомнить былые времена, привыкнуть к механике класса и вообще понять эту игру, нужна ли она вам в итоге, ну или нет. Припатч будет доступен даже игрокам, которые не купили Battle for Azeroth. Но, конечно, если надумали играть, то лучше это дело сделать. Возможно, сейчас слышны были звуки клавиатуры. Благо, завтра я еду за микрофонной стойкой, и я надеюсь, они уйдут в небытие. Всех вам благ, счастья, здоровья. Ждем завтрашнего дня. Ждем усиления персонажей до небывалых высот. Берегите ноги. До скорого.